А вы знали, что сегодня Всемирный день молодежи? А еще сегодня, как и всегда, рубрика «Короче, сильные новости». Меня зовут Леша. Поехали! В Гомеле будет новый сквер. Как он будет называться, решат горожане. Речь идет о зеленой зоне, расположенной по улице Ланге возле медуниверситета. Топонимическая комиссия уже предложила свой вариант – сквер дружбы. Но и вы также можете отправить свои предложения в горисполком или позвонить по этим номерам телефона. Кстати, может, на мове предложить? Минчане пьют чаще, а гомельчане больше. Об этом говорится в совместном исследовании Минздрава и Европейского регионального бюро ВОЗ. Почти 60% опрошенных жителей Минской области признали, что хотя бы раз за последние 30 дней употребляли алкоголь. Ну а гомельщина лидирует по среднему количеству стандартных доз. Она равна 10 граммам спирта. Это еще может быть 25 грамм водки, сотка вина или 200 грамм пива. Короче говоря, в среднем за один присест жители Гомельской области выпивают 5,5 таких стандартных доз. В Светлогорске кто-то прыгал по крыше «Жигулей» и допрыгался до уголовки. В милицию обратился местный житель, который рассказал, что по его машине кто-то прошелся. Судебные эксперты обнаружили на месте следы обуви. По ним и нашли того самого прыгуна. Им оказался местный 23-летний житель. У него дома, кстати, нашли ту самую пару обуви. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.